Алиса, включи музыку. Включаю.
Ходил. Алиса, выключи музыку. Что-то сегодня с самого утра не в духе, поэтому не разговаривала ни с кем. Мы заехали с мужем за булочкой. Он за булочкой, а я такая думаю, ну что, я тогда тоже буду булочку. Вот. И поедем дальше на работу. Ой, на улице сегодня просто замечательная погода. Гулять и гулять. Вчера тоже была замечательная погода, но я не выбралась гулять. Слышите, как поют птицы?
Ну что? Едем с вами на тренировку. Я что, сегодня как вареная рыба. На самом деле, что-то мне не очень хорошо. Но ближе к 6 я вроде начала исцеляться. Поэтому все-таки решила поехать на тренировку. Возможно, мне даже после нее будет еще легче. У меня такое периодически случается. Блин, холодно. Дует прям по ногам. Вот. Что вам рассказать, я даже не знаю. А, кстати, я сегодня монтировала два видео. Одно тренировку, которую я выложила сегодня. Но сегодня я выложила полный блог за субботу. Но там у меня на целый час вышла тренировка еще плюсом. Я вот не знаю, выложить ее или не повторяться. И второе, на 15 минут у меня получился мастер-класс. Ну, мне тоже что-то не очень понравилось. Там получилось всего 15 минут. И в основном просто, что я там что-то режу, мешаю. Ну, то есть ни лица, ни хронологии, ни последовательности правильной. То есть не все действия, которые есть в рецепте, я там засняла. И, блин, даже не знаю, как это выкладывать, не выкладывать. Вроде и жалко снимала, а вроде... Честно, мне, наверное, было неинтересно смотреть. Так, ну что, я поеду. Увидимся чуть позже. Thank you.
ребят, я хоть немножко под вас кресло после тренировки. На ней я, конечно, опять как-то мне тяжеловато было, но я поняла почему. Там не работает кондёр, а в окно совсем нету никакого сквозняка. И мне вот нечем дышать, и очень тяжело на занятиях. Я думаю, что это 100% из-за этого. У меня такого никогда не было. Вот, так что... Но сейчас чувствую себя отлично. Не то, что днем. Так, все, у нас машинка прогрелась. Мы поедем домой. Так. Булочка, ты не покажешься нашим зрителям, а? Так, платье в стирку, колготки в мусорку, потому что они все в затяжках. Нажать, почему у меня что происходит? Не понимаю. Ой, я сейчас сяду кушать и вам отвечаю.
мальчишка очень шумит, я хотела сказать пару слов. Пару слов ни о чем, просто поболтать с вами. Перед тренировкой мне очень захотелось после тренировки съесть опять бульон с курицей. Думаю, так вкусно будет, думаю, как раз где-то полтора часа есть. Написала мужу, все, такая, еду домой, довольная. Открываю телеграм, а у меня висит неотправленное сообщение. Там очень плохо работает интернет в зале. И такая, нет, ну я написала, он закинул. Не знаю, сейчас попробую, может быть, успела что-то свариться. Потому что я, в принципе, муж заезжал в магазин, перед когда я поехала на тренировку, он спрашивал, что я хочу. Я заказала себе сосиски, бананы. А потом мне на тренировке так захотелось опять этого супа. Именно бульона, не супа. Вот, ну ладно, что. Так, ну я включаю обратно шум. Магическая приправа, которая делает любой бульон восхитительным. Кстати, этот вкусный, его просто нужно посолить. Но я любитель добавить вот этой приправы. Мы вчера на мастер-классе готовили киш, но я объелась пастой, и его съела себе маленький кусочек. Принесла мужу, он сказал, я не люблю киш, еще и с рыбой. На работу я взять утром забыла, потому что у меня не было настроения ни для чего. В итоге так хочется его скушать, но вечер такое жирное, лучше не кушать. Завтра надо обязательно взять на работу. И еще нас угощали чизкейком. Я тоже даже не смогла вчера попробовать. Тоже возьму завтра на работу.
Блин, я обожаю еду. Так, значит, что я сейчас буду делать? Я нарежу себе сливочную сосиску и залью это все бульоном. Потому что курица я... Во-первых, это не курица, а утка. Утку я не особо люблю. И она домашняя, поэтому ее нужно хорошенечко проварить, чтобы она была мягкая. Тогда, возможно, я ее буду есть. Вот, поэтому я сейчас отолью себе бульончик. А оставшийся будет продолжать варить мне утку. Ой, читаю ваши комментарии. Все хотят чего-то новенького. Да, я согласна с вами, потому что, ну, все равно я монтирую уже постоянно одно и то же. Но пока у меня особо нет идей. Тема с разговорами, когда я там гуляю или еще, ну, типа, а какие-то стриминги такие, о которых я сегодня узнала впервые. Думаю, мне для них нужно будет хорошенько постараться. Не то, что даже сценарий написать, а хотя бы темы, про которые я могу говорить. Потому что, ну, я честно вообще не представляю, что рассказывать. Других блогеров смотрю, они там что-то интересное рассказывают, не знаю, там, про питание, про спорт, про уход. Ну, я не знаю, уже столько этого... Вот так я просто понимаю, болтаю всякую... Всякие обычные действия комментирую, мне легко. А так, даже не могу себе представить. И, кстати, плюс-минус аналогично получается с этим, с YouTube, ой, с Telegram-каналом. Я раньше была подписана на многих блогеров, на YouTube-канале их часто, кстати, зависала, потому что когда вот эта проблема с VPN совсем была. Но в один прекрасный момент я от всех отписалась. И сейчас я даже не представляю, как его ведут, что туда выкладывают. Ну, то есть, по факту, я должна снять кусочек, потом снять телефон с подставки, заснять это все в другом ракурсе, сфоткать, что-то написать, выложить. Это очень сильно мне затруднит весь процесс. Это и так, в принципе, ну, занимает много времени. Ну, конечно, вот тема с опросами мне нравится, потому что, ну, я не всегда могу что-то такое придумать, потому что некоторые слова, которые пишут, я их даже не знаю. Вот эти стриминг, то, что мне рассказали, что это другой формат, не то, что я всегда представляла про игры. И второе слово я гуглила, сейчас я его уже забыла. Макбукинг, что? Короче, не знаю. Тоже загуглила, тоже интересная тема. Но я говорю, чтобы это воплощать, это нужно прямо-прямо немножко поработать над этим. Не знаю, готова ли я сейчас физически, морально. Хотя вроде звучит все не очень сложно. Вот, ну и все равно хочется как-то развиваться. Интересно. Может, в итоге вообще формат, да, влогов перейдет в какой-то другой.
Ну или не перейдет, а просто поделится, да? Влоги, что-то еще. Ой, как хорошо. Так, мне тут написали комментарий. Это я дело люблю. Так. Ну почему-то у меня не открывается печать текста. Я ничего не могу понять. Па-па-па. Какое-то маленькое окошко с буквами открывается, но там даже смайликов нет. А я люблю смайлики, вы же знаете. Насчет комментария, чтобы за рулем снимать, купи магнитик. Да, он у меня есть. И у меня именно держатель для телефона магнитный. То есть я все время, у меня телефон висит на этой подставке, потому что телеграм все время открытый, там оповещение ракетной опасности есть. Но очень плохо снимает, во-первых, селфи-камера. Я вот на днях выкладывала видео, где я с котом спала, и я вот так проснулась, но мне хотелось видеть себя. Я снимала на селфи-камеру, там качество такое отвратительное. Мало того, что YouTube и так портит качество, то есть у меня все снимается на 4К. Изначально я даже снимала на 4К 60 вот этих штук. Но он мне все равно выдает HD, обрабатывает в HD, и все хоть и тресни. Единственное, когда я купила лампу со светом, он мне хотя бы через видео стал делать 4К, то опять HD, то 4К. Я, короче, не знаю, не очень с этим комфортно. Вот, а когда я снимала с камеры селфи, там вообще просто смотреть невозможно. Вот, и насчет магнитика. Да, возможно, мне тогда нужен, наоборот, не магнитный держатель, а держатель, который прищепка. Но, опять же, у меня в воздуховоде этот. Цеплять что-то на переднюю вот эту панель автомобиля я не хочу. Мне нравится, что там ничего нету. Я не люблю вот эти штуки все зацепленные. Вот, ну, короче, пока я снимаю так, когда не езжу. Да и, в принципе, на самом деле, я еще пока максимально концентрированно езжу за рулем, потому что права я получила в ноябре прошлого года. То есть, грубо говоря, я еще даже полгода не езжу за рулем. Но все равно бывали периоды, когда я хотела хотя бы, ну, поставить телефон так, чтобы он снимал, куда я еду, знаете, ну, что там за окном. Нет, он все равно падает на меня, мне потом приходится на каком-нибудь красном светофоре залазить под сиденье. Вот. И я бросила эту затею, думаю, ладно, буду снимать, когда муж за рулем. Ой. Вот, я так много наболтала, что теперь не получится промотать эти 5 минут. А там видео, когда попадаются моменты, ну как попадаются, когда выходят дни с тренировками, а получается сегодня понедельник, у меня как раз тренировка была, завтра вторник я не снимаю, среда у меня опять тренировка, я опять снимаю, а вот эти влоги с тренировками, они выходят по часу, по полтора, очень костил, очень долгими. Я пытаюсь их как-то смонтировать, потому что вам, конечно, нравятся длинные, но хочется и новую публику, а новой публике вообще, они видят больше часа и такие, но, почему так долго? Вот. А теперь я еще и где и болтаю, не могу ускорять видео. Ну, как-то так. Часы разрядились, время не знаю. 15:50. Ой, как вкусно.
Но, кстати, я подумала, сейчас в телеграм-канале было, конечно, очень удобно собирать предложения о том, на какую тему можно поболтать, когда я ем или когда я гуляю, да, и все такое, что было интересно. Да вообще, на самом деле, мне и в комментариях под видео очень много пишут всего. Нужно просто выписывать, потому что я такая, о, да, я это использую, о, да, я это использую. Но начинаю снимать видео, такая, так, я что-то хотела по трем пунктам сделать, это я сделала, а вон то. И такая, ну ладно, значит, было неважно. Ну, то есть, а людям-то я пишу, что да, окей, и я действительно это хочу сделать, но я могу просто забывать. Уже нужно заводить какую-то тетрадь. Костел, ну тебе нельзя. Смотри, я все съела. Проснула вниз. Как там твои отношения с двумя девушками? Если честно, как-то капсуй. Когда она участвует в церкви, я сказал ей, что я... Появились какие-то высыпания, значит, сегодня на ночь я мажу не обычный крем, а от воспалений. Так, хоп-хоп-хоп, все быстро протрем. Ого.
почему я так быстро все делаю, потому что муж идет к нам. Очень тяжело настраивать камеру, когда вот здесь лежит человек, которого нельзя снимать. Нет, через минут 10. Ой, так. Днем. Так, булки прячем, вас тут нет. Очень, да? Это что ты делаешь? Ты финтифлей. Ты хочешь со мной спать, да, кот? Он просто ко мне шел, а не к тебе. Да, кыц. Кыц-кыц. Ой, что у меня за болечка на ней вылезла? Я такая брежнючая. Кыц! Давай ко мне спать. Давай. Давай, Бувка. Ну что, фургон робок раз. Роба, лик роба, скажи. Ой. Всем спасибо за просмотр. До завтра.